Меня зовут Эльдар, я ищу себе преподавателя, с которым бы мог бы развиваться. Мне необходимо... То есть у меня опыт игры на гитаре есть, я играю. Играю, ну, наверное, неплохо. Меня азам обучать не надо. Я какие-то вещи знаю, аккорды, например, я основные знаю, какие-то, может, переборчики знаю. То есть у меня основная цель — перейти от тех композиций, которые я играю, к более каким-то, не знаю, ну, посложнее, что ли. Вот и все. Прикольная штука. Ребят, всем привет. Буду краток. Прошу вас досмотреть этот ролик до конца, потому что все самое интересное начинается с середины. Это не значит, что сейчас нужно мотать ролик на середину и начинать смотреть. Нет, ребят, от начала до конца большая просьба к вам. Спасибо вам. То есть базы меня учить не надо, аккордам и так далее. А вы как давно играете на гитаре? 2 года я играю на гитаре. Ну, 1.5-2, вот так вот. Мне нужно увидеть, что вы умеете, и примерно 2 слова о том, что хотели бы играть. Так, да, конечно, конечно. Значит... Упражнения, которые обычно я играю. Гаммы всякие. Такой вопросик, а вы сможете что-нибудь, ну, сыграть, может быть, просто послушать? Может, если вы поете, то спеть? Вот, да, я могу и спеть, и сыграть, а что вам? Что вы хотите? Именно... Все, что вам нравится. Все, что вы сами хотите. Вообще все равно. Блин, у меня каждый раз в голове из-за этого... Когда меня просят, чтобы сыграть, я воды попью. Я вас понимаю. Вы сейчас Стинга играли? Да, да, да. Красный. Да, красиво очень, мелодия. Да. Что вам спеть? Свою песню какую-то авторскую? А давайте авторскую, да. Давайте. Сейчас подумаю, какую можно спеть. Так, ладно. Давай потратим все свои зарплаты на поезд и алые закаты. Будем слушать ночи, как поют киты. И мы уснем под утро без подушки. Я посчитаю все твои веснушки. В моих карманах планы и ракушки. Тебя жизнь открыла леса хлина за меня, ты держись. Всех моих песен причина, я люблю тебя жизнь открыла леса хлина. Что-то немножко горло тоже першит. Вы прекрасно поете. Ой, спасибо. Вообще нравится фингерстайл? Вообще вам нравится? Ну, как бы так, постолько поскольку. То есть, ну, аккорды-то я более-менее понимаю, знаю. Вот именно что-то какие-то более сложные композиции. То есть некоторые я знаю, но так в основном проблема у меня. То есть я именно ищу такого преподавателя, который смог бы мне в акустике помочь фингерстайлить. Мне кажется, если у тебя есть база, тем более фингерстайлом, то обучиться дальше тебе не составит труда. Но если тебе нужен наставник, то я, конечно, могу им стать. Фингерстайл я тоже играю вообще без проблем, ну, потому что у меня дети его любят. Metallica, kids, together. Ну вот, те самые известные, да? Вот, и дальше пошло. Пожалуйста. Поёшь? Thank you.
Так, а, то есть, ну, то есть какой-то уровень у меня есть. Ага, точно полтора года играть. Полтора-два года я играю, да. Сами учились? Первые полгода мне давал базу преподаватель. Все остальное время сам при помощи Ютуба, табулатур и так далее. Куча видеоуроков. Ну, давайте, будет легче, наверное. Может, вы мне что-нибудь сыграете, я посмотрю, послушаю. Я так разминаюсь, то есть у меня это упражнение. А сможете что-нибудь сыграть? Например? Я не знаю, я же не знаю ваш репертуар. А в плане вы... Все что угодно, хоть песня. Нет, вот... Так, у меня задачили. Я знаю, для гитариста это сложно, да? Когда говорят, сыграй что-нибудь, сразу такой, о, господи, что играть, что играть. Белый лист. Угу. Честно, сложно. Но... А давайте так, вы... Какие-то песни учили сами? Там, вы песни учите или именно музыку какую-то фингерстайловую? Да, какие-то композиции я играю. Вот и все. Угу. То есть композиции можете назвать там каких-нибудь авторов, исполнителей? Да, сейчас. Hadaway, What is Love. Да. Петь я, к сожалению, не могу, поэтому вот играю вот так. Честно говоря, вот в таком стиле, мне кажется, вы меня больше можете научить, чем я вас. Я когда писал объявление в целом, я писал начинающим и продвинутым, просто... Ну, я просто считал себя продвинутым, да, я читал. Проблема в том, что многие продвинутые, те, кто называет себя продвинутыми, они чуть-чуть дальше отошли от базы, вот на два шага. В общем, я не училась нигде петь, вот, поэтому, скорее всего, я не смогу как-то преподать, ну, только что-то. Но все равно вы очень красиво поете. Ой, спасибо, но я не училась нигде. Ну, на самом деле, не обязательно учиться где-то, чтобы делать что-то. Можно просто это самому прекрасно научиться. Да, просто разобраться, как именно это преподносить, потому что есть, конечно, техники там, например, вывести звук вперед, сделать, как будто дверь открывается, и вот этот звук, который вот здесь находится, вот, ну, в общем, да, какие-то приемы я могу рассказать, как достать тот или иной звук, вот, но сама нахожусь в процессе обучения, так сказать. Ну, из того, что я увидела, я не уверена, что я смогу вас чему-то обучить, потому что, по-моему, у вас очень хороший уровень. Что я еще могу сказать? Вообще, это смахивает на какой-то, если честно, пранк, потому что я уже попадалась на такие вот вещи. Серьезно? Да, да. Вот, честно могу сказать, не буду вас обманывать, я не вижу на данный момент, чему вас можно обучить, вот именно, что я могу вам. Вот. Я сам вообще играю больше в стиле именно фингерстайл, то есть как бы петь я не умею, говорю прям открыто, вот. Поэтому я играю именно больше вот в таком, знаете, там, стиле, там...
это, в общем, пальцами, то есть... Да. Преподаватель, скажите, пожалуйста. Хотелось бы больше, ну, научиться петь мне. Ага, больше научиться петь? Да, потому что, то есть, в целом-то я играть-то умею. Вот. Так вы вообще потрясающе умеете играть. Вам не нужно как преподаватель в том плане, что вы можете все легко найти бесплатную информацию на YouTube, все, что вам нужно, потому что вы все знаете, всю базу, все основы, и поэтому... Ну, я просто такой позиции, я больше преподаю с нуля ребятам, вот, чтобы они поняли базу, и уже сами дальше то, что им нужно, то, что им нравится, дальше изучали. Вот, как бы такая у меня политика, вот. Потому что, ну, мне кажется, я ничего нового такого не расскажу. Вы действительно продвинутый гитарист, прям, ну, неплохой, то есть у вас очень хорошо стоит рука, в целом, видно, что она не так сильно зажата, она, ну, довольно свободна. Вот, флажолеты так играть, это мое уважение. Мое почтение, да? Нет, правда, то есть это явно много часов занятий было. Просто когда люди пишут, что у них опыт игры там 1.5-2 года, ну это выглядит совершенно иначе. Понимаете? То есть вам, наверное, надо пойти уже куда-то... Я вот не знаю, как объяснить, то есть я тоже с профессиональным образованием, то есть и гитару заканчивала в вузе. Вот, продолжаю обучение, но, я думаю, более какому-то обширному специалисту. Раньше это был распространенный стереотип, что если человек родился там без слуха, без голоса изначально, какая милая кружка, это что, Саймон? Честно говоря, не разбираюсь в котах. Похож на этот, Саймон Кэт, это комиксы. Да? Ну, наверное. Ну, похож, по крайней мере. А ну, там смотри. Что, в этом Саймон Кэте там кот, да? Да, там такой белый кот, а Саймон вообще, ну, Саймон, сказать, типа, кот Саймона, и там всякие мемы, типа, там, поехавший такой кот, и он, типа, бегает, все роняет, он довольно забавный. И он такой, марк, вот так общается, там вот без слов. Вот. Там я тут своих два кота достаточно, поэтому... У меня сыночка убежал, на кровати лежит. Сын мой, вот за мной мой муж стоит. Дико извиняюсь, я просто не вижу, о ком речь. Так, он просто в шапке. Сейчас покажу. Я же тоже все украсила. А, господи, я думал там... Ой, фу. Я испугался, думаю, что там? А кто это? Какой-то актер, да, наверное? Это Капитан Америка. А, ну я понял. Девчонки тащатся по большим, красивым мужчинам. Все понял. У меня вообще дома огромнейшая коллекция всего с кэпом, прям всего вообще. Я бы вам посоветовала, правда, честно обратиться к профессионалу, к профессиональному педагогу, потому что я, как вы, на вашем же уровне, вот. То да, есть, ну вы очень скромничаете. Спасибо, конечно, это вы очень скромничаете на самом деле, вот. Так что, мне кажется, профессионал должен этим заниматься, вот, потому что я далеко не профессионал в этом плане. Я понял. Юля, спасибо вам большое, что уделили время. Было очень приятно познакомиться, во-первых, да, пообщаться. Если вдруг у меня будут какие-то вопросы по вокалу, я смогу вам написать просто, да, чтобы у меня... без проблем. Если по поводу, если вы можете собираетесь писать песни, вы пишите песни свои?
Как... Если у вас будет желание, вы тоже можете ко мне обратиться, я вам расскажу просто так, мы с вами тоже созвонимся. Мне интересно делиться этим опытом, вот, как это делать, какие-то вот сайты, вот, может быть, знаете, помощник поэта использует сайт, чтобы рифмы там искать и так далее. В общем, если вам эта тема интересна, вы тоже можете меня сюда спросить об этом. Ну, в свою очередь, если вам вдруг что-то понадобится по гитаре, может, если помочь, если вдруг, тоже можете обратиться с удовольствием. Да, да. Спасибо вам большое, что уделили время. Было приятно с вами познакомиться, пообщаться, Юля. Спасибо вам большое, Эльдар. До свидания. До свидания. До свидания. Вот хоть убейте меня, я не смог признаться в том, что это было сделано для ролика. Немножечко стрёмно себя чувствую, но я очень сильно надеюсь, что... Ну, вы сами видели, девчонка действительно милая, действительно умеет петь, знает, как это делать. Скромная. Мне очень часто также пишут преподаватели, которые участвуют в роликах, и просят, чтобы я удалил видео, и в итоге мы с ними всегда договариваемся на том, что я там замажу их лицо и так далее. Вот. Я не хочу, чтобы здесь происходило то же самое. Давайте поступим так, что я оставлю ссылку на объявление этой девушки в описании к ролику, и все те, кому действительно надо научиться играть на гитаре, потому что она и аккорды прекрасно берет, все чистенько играет, чистенько поет, ровно попадают ноты, чтобы вы обращались к ней, всем тем, кому нужна действительно помощь в изучении гитары, в изучении вокала. В общем, давайте поможем, и я уверен, будет очень круто, ей очень понравится.